после этого трюка он начинал вчера, и это лишь говорит о хорошей стабильности в выполнении трюков, тем более, что и трюк реально сложный, амплитудный и очень-очень красивый. Кстати, оригинальный трансфер до сегодняшнего дня я еще ни от кого не видел трансферов из спайна в этот вулкан, друзья. Уважаемые зрители, сегодня как раз-таки будем знакомиться с профессиональной терминологией, смотреть на то, как называются все возможные фигуры, и также знакомиться с райдерами. Иван Борисов Саралидзе вчера у нас очень неприятно упал, как раз таки с первого трюка, но сейчас он кому-то собрался, как будто прям вот готов. Все, 15 секунд у тебя осталось, Вань, давай, поднажал. И диплипчик через большой фанбокс. 10 финальных секунд, даже уже, пока я говорил, осталось меньше, уже около 5. Это был фастплэнт Гризли в квотере. И Хилл Дейсик на сдачу. Все, спасибо большое, Иван. И, как я и говорил, Владимир Буторин у нас есть.